имя? Назови имя. Вергилий. Вергилий. Я не знаю, кто ты и почему ты настолько глуп, что напал на меня. Но мне известно, что ты что-то значишь для этой девчонки. А эта девчонка что-то значит для тебя. А еще мне известно, что ты заодно с Нефилимом. Мне нужен Нефилим. А тебе, девчонка. Совершим обмен. Интересно. Интересно. Мондусу известно меньше, чем я думал. Он знает мое имя и все. Не знает, что я твой брат и что я Нефилим. Она сильная, раз могла продержаться. Да, она молодец. Но мы не можем спасти ее. О чем ты? Ты же не думаешь, что я обменяю тебя на нее? Нет, я не говорю, что кроме мы... Кроме того, что ты мой брат, ты ключ к уничтожению я Мундуса. Я не говорю, что мы обменяем меня на нее. Мы предложим другой обмен. Кэт за любовницу Мундуса, Лилит. С чего бы Мундусу волноваться об одной из своих шлюх? Потому что она носит его дитя. Что? Откуда ты это знаешь? Когда я был в башне, я встретил демона по имени Финиас. Он рассказал мне. Да, я слышал это имя. Потрясающе. Нам известно о нерожденном ребенке Мундуса? Это именно то, что нам нужно, чтобы выманить его. Нет, это то, что поможет нам спасти Кэт. Данте, это безумие. Ты рискнешь будущим человечества ради девчонки? Кэт прошла через ад, чтобы защитить нас. Мы найдем другой способ, чтобы добраться до Мундуса. Данте. Я не брошу ее. Вижу. Хорошо. Сделаем по-твоему, брат. Вот. Любовница Мундуса Лилит держит в центре города эксклюзивный клуб для высшего общества. Спортсмены, мажоры, банкиры и так далее. Демоническими веществами торгуют в открытую. Она подсаживает ничтожных слизняков на эту дрянь, превращая их в бездушных пособников демонов. Эй! Сегодня вечером она будет... Ты не пройдешь! Тебя нет в списке! Теперь есть. Эй, Данте, хочешь потанцевать? Давно не виделись, милый, давай. Эй, погоди, не игнорируй меня. Давай танцевать! Не сейчас! Эй! Ну и пошел нахуй, Данте! Данте здесь? Сын Спарды? Мундус хочет его смерти! Мундус будет мной доволен, когда я доставлю его труп! А ты что думаешь, малыш? Поиграем с ним сперва? Да, поиграем! Хочешь потанцевать? Потанцуем! Данте, сын Спарды! Обычно мы не пускаем сюда диких крыс, но я так много про тебя слышала! До смерти хочу увидеть, к чему же вся эта суета!
Веди себя хорошо! Тебя сюда? Музыка, выпивка или же девочки? Или это, возможно, как-то связано с этим засохшим и сломанным цветочком? Я пришел за тобой, Лилит, так что спускайся. Ну, я бы спустилась, Данте, но как бы получше выразиться? Ты подо мной. Здравствуйте, мои прекрасные создания в обликах людей и не только. Был ночной клуб, а стал бойцовский. Сегодня нас ждет особое развлечение. Пейте, развлекайтесь и делайте ставки. Отдыхайте. С кем имеешь дело? Жду не дождусь узнать. Давай сменим обстановку. Это испытание специально для тебя, Данте. Я не собираюсь играть в твои игры. Да? Но это мой клуб, и играть ты будешь по моим правилам. Пожаловать на шоу талантов дьявола! Все довольно просто, Данте. Выживешь и получишь аудиенцию со своей истиной. Это, в общем-то, значит, что мне придется самой убить тебя. Если проиграешь, и ты, и твоя маленькая сучка умрете. Говорят, что в тебе мощь рая и ада. Давай проверим, ты не против?
Дом не против? Первый раунд должен быть сладкой прогулкой для такого одаренного, как ты. Раунд один. Долбоёба в Лимбо. Теперь ты можешь подойти ближе. Второй раунд из семи. Насколько ты быстр? У тебя есть 45 секунд, чтобы прикончить моих несчастных миньонов. Чудненько. Поехали. Раунд два. Бой. Нет времени на всю эту хрень! Что за спешка? Ах, да! Пытки и страдания той девчонки! Не переживай! Когда Мундус закончит с ней, она ничего не будет чувствовать! Совсем ничего! На пути. Как вы считаете, мои дорогие гуляки, стоит ли нам добавить немного остроты? Раунд три. Похоже, у дьявола все-таки есть талант. Вот где начинается самое интересненькое. Тебе нравится заниматься этим с выключенным светом? Раунд четыре. Бой. Тебя с тех самых пор, как положил на тебя глаз. Ты помнишь ту ночь, Данте? Не могу дождаться того момента, когда я увижу его лицо, смотрящее на твой кровавленный труп.
начинаю понимать, почему Мундус считает тебя таким очаровательным. О нет, погоди, все наоборот. Он хочет твоей смерти. И я с радостью исполню его желание. Знаешь, Данте, слава штука забавная. Все хотят от того, как кусочку один. Особенно твои здешние друзья. Позволь познакомить тебя с одним из них. Подруженьки, очень жаль, что ты не здесь и не можешь услышать ее стоны и плач. Хочешь знать, как они звучат? Немного похоже на то, как кричала твоя мать, когда Мундус вырвал из груди ее сердце и ел его. Игра окончена! Спускай свой мешок с окорочками, который ты называешь задницей! Хорошо. Хорошо, малыш. Я понимаю. Меня тоже заканчивается терпение. Давай покончим с этим. Сейчас же. Раунд 6. Бой. Let's go.
животном магнетизме. Похоже, ты настоящий магнит для сучек, Данте. Барби!